Кандидат на пост президента США от демократической партии Хиллари Клинтон заявляет о своей победе на праймерис в Кентукки, в то время как ее соперник, сенатор Берни Сандерс, выиграл в штате Орегон с очевидным большинством голосов. За Кентукки борьба велась до последнего. Кандидаты шли вровень, и в результате Берни Сандерс уступил лишь на считанные доли процента. Когда мы начали эту кампанию чуть больше года назад, мы отставали от госсекретаря Хиллари Клинтон на 60 пунктов. В вопросах общественного мнения. У нас не было ни политической организации, ни денег и довольно мало поддержки. СМИ и эксперты тогда нас называли маргинальной партией. Но с того времени многое изменилось. Несмотря на то, что успех Хиллари Клинтон в предвыборной гонке очевиден, многие СМИ пишут, что примеры Кентукки и Орегона демонстрируют раскол в рядах избирателей. Кроме того, по мнению аналитиков, экс-госсекретарь пока еще не готова к решительной борьбе с Дональдом Трампом на выборах в ноябре. Последний раунд праймериз запланирован на 7 июня в Калифорнии.